the bass keep running, 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 and the bass keep running, 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 and the bass keep. Ветер с моря дул. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Капитан команды Болотников Александр. Юрий Бондаренко. Лучший бомбардир команды Юрий Бондаренко. Отлично. Лучший бомбардир и капитан. Расскажите нам. Сегодня провели хорошую игру, выиграли крупно и еще удалось сохранить ворота неприкосновенности. Неужели Лейпциг вообще не достал никаких вам проблем? Предоставлю слово бомбардиру. Не, я считаю, Лейпциг неплохая, быстрая, бегущая команда, но мы сыграли более рационально, умно, с головой, я бы сказал, подошли к этой игре. Поэтому, считаю, победили заслуженно. Наверное, счет не совсем по игре. Наверное, мы должны были выиграть чуть менее крупно. Тем не менее, 3 очка. Хорошо. И все-таки такая форма вашей команды о чем говорит? О том, что сыгрались или какие-то другие причины есть для этого? Наверное, сыгрались, да. Больше контакт нашли между собой, начали какой-то общий язык находить. Появился определенный костяк, который постоянно ходит на игры. Сыгрались, да. Команда как-то почувствовала кураж, и вот пока на этом кураже идем, дай бог, как можно больше на нем продержаться. Вратарь сегодня опять на высоте у нас, да, Юрий? Да. Сегодня не поломался, красавчик. У нас вообще нет вратаря, у нас человек в воротах, но он сегодня даже не пропустил. Это из-за чая все, видимо, да, из-за которого вы так рекламируете. Все чудо-чай. Хорошо, ладно, тогда рекламируем чай. По-быстрому. И поздравляю с победой. Чай называется мохито. Всем рекомендую. Все команды, желающие, подходите к нашему забвенному артему. Не для продаж, ребята, не для продаж. Все, отлично. Спасибо.